Краснодаре накануне артисты представили не только полюбившиеся зрителям традиционные номера, но и подготовили премьеры песен и хореографических постановок. Дирижировал хором его бессменный худрук Виктор Захарченко. Перед началом концерта его лично поздравил с праздниками губернатор края Вениамин Кондратьев. Вы человек, который любим народом, потому что вы любите народ. Вы сегодня сохраняете, собираете и приумножаете культуру Кубани. И, поверьте, Кубань перед вами уже в неоплаченном долгу. Уже в неоплаченном долгу. Дай Бог вам долгих лет жизни и чтобы дальше так же. И поверьте, народ уже сделал вас своей легендой. Он сделал вас по-настоящему народным. Дай Бог долгих лет жизни. Глава региона вместе с супругой посмотрел все выступление кубанского казачьего хора. Свободных мест в центральном концертном зале.